мы давно над этим думали и хотели создать какое-то такое вот мероприятие, проект, который смог бы сдружить всех студентов нашего университета, и не только нашего, как бы вузов всех, всех вузов города Киева. Это КПИ, Могилянка, НАУ. Я пришла относительно недавно. Музычка хорошая. Вот. Людей много. Массовость. Красота. Така запальна атмосфера, музиканти, грани. Ну, взагалі, дуже круто, мені подобається. Вона мене позвала. У нее какой-то друг, он здесь должен играть на какой-то группе, расскажи. Да, в группе. Друг пригласил сюда, мы недавно познакомились, он пригласил на фестиваль, говорил, что будет интересно. А мы на парах сидели, тут репетиция была, и мы уже сразу с учебного процесса на веселье. Ю-ху! Что-то нереальное. Вообще круто, музыка, там танцы. Вы слышите? А, вы, наверное, не слышите. Тут музыка, веселье. Ну, реально крутая движуха. Да, классно. Вообще не привыкли, что у нас, особенно на ВДНХ, проводят такого формата какие-то штуки, поэтому круто. Шикарные солисты, у всех хороший репертуар. Это студенты поют? Я удивлена, честно говоря. Мне очень нравится. Ми сусідки прийшли послухати. Весело, цікаво, але мені здається, якби було трохи більше людей, було б все таки краще. Та мінусів поки нету. Людей чого-то ще маловато, але ще й время рано. Мені кажется, що просто многие пішли туди, в ту часть ВДНХ, вони, мабуть, перепутали. Вот. Я, чесно, теж би пішла туди. Лучший конкурс талантов в нашем университете, который я видел. Еще тут флажки с партиями раздают, но я не буду показывать на камеру, чтобы не рекламировать. Ну а так, ну ждем исполнителей, которые будут вечером уже выступать. Я вважаю, что студентский фестиваль – это геть не те место, где можно проводить, где треба проводить эту агитацию. Вона зовсім тут якось ні до чого, тим паче більшість студентів, ну от, наприклад, мені 17, до чого мені та агітація, якщо я, ну, голосувати навіть не маю права голосу. Наверное, це все-таки неуместно, тому що, особливо, грядут вибори, це слишком уже реклама. Самые большие вопросы – это, а, место, и, б, это финансирование. Как известно, что у нас и ни в Украине, ни в нашем университете финансов на это нету. Поэтому мы привлекаем людей извне. Конечно же, у них какие-то должны быть свои интересы. То есть, поскольку у нас наш университет аполитичен, мы стараемся как можно больше завуалировать это. То есть, как видите, никаких баннеров, никакой рекламы прямой нету. То есть, да, выступит Сергей Думчев с речью, но о политике ни слова не будет сказано. Здесь мы собираем символические деньги на благотворительность, а за эти деньги мы раздаем подарочки. Подарочки очень классные, очень удобные, вам всем очень понравится. Разные браслетики, кроме браслетиков, футболочки, блокнотики, календарики, все поесть и пригодится. Наши студенты их, эти футболочки, гарно застосовывают, как подстилки. Встелили, сели, и все добре. Ну, организаторы заявляли, что это будет некий день радио, как в КПИ проходит, то, ну, нужно расти до формата радио Дея и наращивать опыт организаторам.